Привет всем! Существует множество рецептов морковного пирога. Мне понравился один из них. Этим рецептом я хочу сегодня с вами поделиться. Для приготовления этого пирога нам понадобится 500 грамм моркови, натертой на крупной терке, 200 грамм сахарного песка, 4 яйца, 2 щепотки соли, 50 грамм рафинированного растительного масла и 200 грамм муки, просеянной вместе с пакетиком разрыхлить. Прежде всего нам нужно 4 яйца соединить с 2 щепотками соли. Добавить 200 грамм сахарного песка и 50 грамм рафинированного растительного масла. Теперь нам надо будет взбить венчиком или миксером все эти ингредиенты. Взбитую смесь добавим к морковке. И перемешаем все ложкой. Далее добавим просеянную муку вместе с разрыхлителем. И также все хорошенько перемешаем. После того, как мы все тщательно перемешали, нужно подготовить форму. У меня разъемная форма. На дно я кладу бумагу для выпечки. Оставшиеся края нужно оторвать. Дно и бортики формы нужно смазать сливочным маслом. Теперь можно выкладывать нашу смесь на форму. Ну вот, наше тесто уже в форме. Теперь нужно поместить нашу форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Прошло 50 минут, и наш пирог готов. Когда он остынет, можно будет достать его из формы и разрезать на кусочки. Пирог очень полезный и вкусный, и его очень легко сделать. Советую всем приготовить. Ну вот, наш пирог остыл и разрезан на кусочки. Теперь можно пить чай. Приятного всем аппетита!